Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. З 18 по 19 травня в Одесі, у спорткомплексі Одеської академії на 4-й станції Фонтану, відбудеться третій семінар, присвячений пам'яті легенди Айкідо Любові Матюниної. Сьогодні в нашій студії президент освітньої організації Айкідо та засновник стилю Анатолій Матюнин. Вітаємо, Анатолій! Добрий. Розкажіть подробно, докладніше про цю подію, що відбудеться та в якому все форматі пройде. Это уже добрый день, спасибо за приглашение. Это уже третий семинар памяти, это моя супруга. К сожалению, большому, 2,5 года назад она ушла из жизни, из-за болела раком. Вот. И когда мы такие майские семинары проводили всегда, они уже много лет идут, но когда это случилось, мои близкие ученики подошли и сказали: Анатолий Павлович, Любовь Владимировна любила майский семинар, давайте мы его сделаем семинаром памяти. И с тех пор уже третий год проходит семинар памяти мастера Айкидо Любови Матюниной. Вот. Расскажите про вклад вашей дружины в цей вид спорта. Очень большой вклад. Ну, во-первых, вера в меня. Вот то, что сегодня есть много учеников, есть организация, есть стиль, которому будет в ноябре, кстати, 15 лет уже направление. Я потом немножко скажу об Айкидо. Вот. Ее вера, ее понимание, ее поддержка. Естественно, очень много детей, которым она помогла вырасти. И есть дети, которые уже учатся в высших учебных заведениях, и с благодарностью они и ее родители, их родители благодарят и помнят, как светлая память о таком человеке. Кто возьме участь в этом семинаре? Можливо, будут учени, которые занимались... Да, безусловно, будет очень много учеников, очень много, но это больше 60 человек участников, от 7 лет и без ограничения возраста. На открытии семинара, будет торжественное открытие семинара на территории Детской юридической академии, вот, Фонтанская дорога 23, это 4-я станция. Вот. Будут на открытии участвовать организации восточных единоборств, которые и знали Любовь. Вот. Будут показательные выступления, там маленькая концертная программа. Ну, будет красиво. Она любила петь, она любила танцевать, она читала в детстве стихи в домах пионеров. И потому мы стараемся сделать так, чтобы это было настоящим ярким событием, хорошим. Яка загальна кількість учасників очікується? Более 60 человек. Угу. Ну, за участі гостей це буде набагато більше? Да, конечно, безусловно. Около, ну, я думаю, больше 100 человек будет точно. Угу. Розкажіть про умови, в яких пройде, і про підтримку вищого навчального закладу. Ну, я дуже благодарен, хочу виразити отдельное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за его поддержку. Он предоставил нам и спортивный зал, и Валентин Андреевич Федоров. Это, кстати, мой ученик, это его первый помощник. Занимался он и у Любы, и у меня занимался, обладатель черного пояса. Вот. И с их поддержки, с их помощью вот будет такое очень, я считаю, очень знаковое, хорошее мероприятие. А цікаво про сам стиль Айкідо, як ви його придумали, та розкажіть докладніше про нього, що він придумати, я понял, да, придумати невозможно. Що він означає, так скажемо? Придумати невозможно нічого вже, як говориться, вже давно велосипед придуман. Вот. Заснувати, все ж таки, да, знайти, да, якісь нові... Занимаюсь я боевыми искусствами 79-го года, начал с карате, до этого занимался немножко боксом в детстве. Вот. Карате, джиу-джитсу, боевое самбо, вот, айки-джитсу, айки-будо, стили айкидо различные, в том числе реальное айкидо. У Любомира Врачаревича, к сожалению, он тоже ушел из жизни, югославский мастер, очень знаменитый в мире. Вот. И после его посещения в 2004 году меня сподвиг Салам Кахил, то мой друг, он, к сожалению, тоже ушел из жизни недавно. Вот. Но его ученики будут присутствовать на нашем мероприятии. Вот. Подвиг меня, говорит Толя, ну, пора уже что-то как бы свое. Да? Вот. Что такое айкидо? На основе айкидо, просто к айкидо добавлены элементы боевого самбо, ударной техники, из карате, из джиу-джитсу, из бокса. Ну, то есть это синтез. Вот. Потому что сегодня время такое, время разностороннее, и
Когда ты движешься в одном направлении, это очень хорошо, но нужно расширять свой кругозор. И поэтому была создана система Айкидо. Як зараз цей вид спорту розвивається та скільки налічує він вже спортсменів, які проходять по ньому чемпіонати? У нас не проходять соревнования, це не соревновательна система, традиційна система, да, нормально. Тобто це не спортивне єдиноборство. Є спортивне єдиноборство, де проходять соревнования, є традиційне єдиноборство, яке, ну, говорить, а як же от там ученики ростуть? Я говорю, проводяться семінари. После семинара 19 числа, после 3 класса, будет аттестация. То есть ребята будут сдавать на ПСА, то есть экзамен. А как градация ПСА? Да. У нас идет с 10 по 1, да, ну и выше. Ну, 10 IQ это для самых маленьких, у нас дети занимаются с 5 лет. Ну, вот. А дальше уже идет градация. Чи є вже вот, в Одессе перші дані? Есть. Есть. У Валентина Андреевича Федорова вот, черный пояс. У Константина Бедана это ученики, которые занимаются по 15-17 лет. У Лидии Биллер это девочка, ну, девушка, которая занимается. Как до этого прийти? Как отримати самое, ну, найвище досягнення? Ну, желание, тренировки, тренинг и муштра. Тренировки, дисциплина, дисциплина, тренировки, тренировки, тренировки. Двигаться вперед. Ну, я маю на увазі, как проходит от тестування, скажімо дається, так. Дається определенне кількість определенних технік, вони ускладнюються з кожним разом, вот, увеличується їх кількість. Звісно, естественно, ті, хто йде на чорний пояс, ну, зараз ніхто не йде на чорний пояс, вот, ті, хто йде на чорний пояс, там, звісно, спектр більший. Вот. Там уже и свободные атаки, защита от свободных атак, и так называемая рандори. Это свободный стиль, где захваты, удары, перемешку с ударами руками, ногами. Человек должен стоять и противостоять. Які основні такі, можливо, як філософія айкідо? В чому полягає, ну, тому що у кожному виді, майже в кожному виді єдиноборств є історія, яка починається з навіть назва несе в собі якусь мотивацію, до відношення до життя, скажімо, до відношення до близьких, до щоб переломити себе. От як в айкідо з цим? Я так немножко зайду здалека. Пришел недавно мой ученик, которому сейчас 25 лет, занимался у меня давно, Алексей Лыпинский. Когда-то он, ну, перестал заниматься, многие, некоторые заниматься перестают на каких-то уровнях, этапах. Пришел в гости, красавец, парень выше меня ростом, широкие плечи. Вот. Он говорит, я пришел к вам в гости, Анатолий Павлович, с чаем вкусным. Вот. Я пришел вас поблагодарить за то, что ваша визитная карточка – это морально-этическое воспитание детей. Вы нам, говорит, выписывали харчей, как говорится, и хвалили нас. И вот благодаря этому, говорит, я вот вырос таким вот нормальным человеком. Вот. Ну, там был какой-то нюанс, я уже о нем не помню. Говорит, я еще хочу перед вами извиниться, я немножко некрасиво ушел. Вот. Когда-то Любомир Вачеревич, это один из моих любимых учителей, один из учителей, многих учителей, которые у меня были в жизни. Вот. Он, кстати, был очень любимым учителем Любови Владимировны, моей супруги. Вот. В 2004 году он приезжал в Одессу, и я организовывал международный семинар по реальному айкидо. Он сказал, говорит, философия у нас простая. Я тоже об этом говорю. Слабые приходят к нам для того, чтобы стать сильными, а сильными для того, чтобы стать благородными. Вот такая философия. Як це від спорту, єдиноборства, так, перепрошую, розвивається за кордоном? Як його сприймають та підтримують? Чи можливо... Поки присматриваються. Поки присматриваються. Чи можливо будуть хтось з гостей з інших міст України? Поки ні. Но тобто це саме таке одеське? Область, так, да, Одеса, ну, в основному Одеса. Тобто це саме від єдиноборств, який почав своє існування в Одесі, да. Та розвивається, пока і це Одесі, як да. Візитна така карта. Ну, є плани, я поки не буду розкривати, тому що є і Польща, і Європа, тобто є вже... Тобто йдуть перемовини? Да, так, да, зараз стадія переговорів. І ще повертаючись саме до семінару пам'яті майстра айкідо Любові Матюниної, як все буде проходити, у якому форматі все ж таки? Тобто це буде хтось здавати, можливо, екзамени на пояси, чи це буде майстер-класи від відомих вже тренерів? От мене.
так, основателя стиля. Ну так, тобто це буде ознайомлення з технікою та... Новий виток. Це новий виток. Всегда на семінарах дають нові техніки, більш сложні. Конечно, я когда сам приезжал раньше на семинары, ездил часто, много к разным мастерам, это было давно, и приезжаешь, думаешь, ничего не понимаешь, ничего не запоминаешь. Но новую технику они так это делают, так спокойно, свободно, красиво, со стороны смотришь, повторить не можешь. Сейчас это происходит с моими учениками. Как они народжаются, эти новые техники у вас? Как вы их готовите для презентации? Старые техники, переложенные на нашу современность, вот... Традиционные старые техники айки, они айки, гармония, любовь, айкидо, да, путь гармонии, любви, да, через, как говорится, непричинение зла другому, то есть это философия айкидо. Ну, так как я айкидо в 91 году привез в Одессу, нас было семеро, из 91 года в Одессе развивается айкидо. Я потом ушел из от чистого айкидо, потому что я занимался разными стилями айкидо. Соответственно, есть основа, есть база, на основе которой строится все остальное. А что означает, дуже цікаво, что означает ця частиця Т? Айки, Т, До? Т-рука, тобто... Т-рука, ну вот карате, пустая рука. Да. Тобто в айкидо в классическом не так она... Есть удары, спектр, но многие... Люди, которые занимаются айкидо, они, ну, раньше даже подходили ко мне, говорят, в айкидо нет ударов. В айкидо есть удары, просто не все инструктора, которые преподают сегодня айкидо, скажем так, ну, занимаются какими-то ударными техниками, будем так говорить. И, к сожалению, большому, это не мои слова, сегодня айкидо претерпевает, ну, как... так немножко не лучшее время, потому что айкидо в интернете очень сильно ну, ругают, как бы говорят, что это неэффективная система для улицы и так далее. Вот. Я не потому ушел чисто по этой причине, но так как я сам занимался ударными техниками, но, как говорится, как все пацаны дрался на улице когда-то, вот, то есть я понимаю, что ударная техника должна быть, она у нас в большом аспекте есть. І все ж таки наостанок ще дуже цікаво, як взагалі ваша дружина вас підтримувала ну, на початку становлення цього виду єдиноборств. Наскільки вона, чи одразу вона також стала займатися їм? Та як швидко вона стала майстром айкідо? В 97 году приехала Юлия Паевская из Киева, там мой коллега, мой друг, мы, кстати, к сожалению, большому давно не виделись, и благодаря Юле, она, Юля, Люба долго присматривалась, смотрела, что ее сподвигло стать на татами, она увидела международный семинар по хокушинрю джиу-джитсу, приезжал Яна Рикарсон, шведский мастер. И мы, я и еще другие организации были с организаторами этого международного семинара. И она увидела много, даже есть видео, записано ее, брали интервью. Она увидела много ребят, стоящих в хакамах, ну вот форма такая, юбка, там самурайская традиционная, в формах с оружием. Ее это очень сильно впечатлило, и она захотела заниматься. И вот она в 97 году стала на татами впервые, на локомотиве. Вот. А и с тех пор она потихоньку двигалась и вот дошла до мастера уровня 4-го дана в айкидо. Вот. К сожалению, Бог так распорядился, что ее забрали в лучшее место. Вот. А как все это формировалось? Ну, знаете, ее вера в меня, терпение и любовь большая ко мне. И благодаря ей, сегодня развивается айкидо. И благодаря ей я сегодня являюсь мастером и основателем айкидо. Дуже дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Сьогодні у нас в студії майстер і засновник стилю айкідо, президент Всесвітньої організації айкідо Анатолій Павлович Матюнин. Дякуємо. Спасибо. Усіх бажаючих ми запрошуємо 18 та 19 травня в Одеській юракадемії в спорткомплексі на 4-й станції Фонтану на Фонтанській дорозі 23 відбудеться третій семінар пам'яті майстера айкідо Любові Матюниної. Мене звуть Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами та живіть спортом.